والصلاة 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 На прошлом уроке мы поговорили о том, как в глаголах пород ифталя образуется форма настоящего будущего времени от формы глагола прошедшего времени, а также как от глагола настоящего будущего времени образуется исмуфаль, то есть имя действователя, причастие действительного залога на этом уроке мы поговорим о значениях на которые могут указывать глаголы пород ифталя так как разбираемое нами слово «мухтальфун» — это как мы сказали исмуфалин образован от глагола альмударя а иахтефу который в свою очередь образован от глагола альма глагола прощающего времени «ихтальфа», а ихахтафа у нас по модели «ифталя», то есть породы фталя так глаголы породы ифталя могут указывать на значение альмутава а» на возвратность действия, возвратное значение глагола. Или скажем, на получение результата переходного действия. Например, ломом того я огорчил его», «Фаутамма» и он огорчился, в основе «Иутамама». Нашера опубликовал, опубликовал, распространил что-то. И инташера, образовано от него инташера, было опубликовано, распространилось. «Маля тулькуба» – я наполнил стакан, «Фамталя» – и он наполнился. Мазаджа смещал, перемещал с чем-то. Им перемещалось. Рада удержал, обуздал. Иртада удержался. Это были примеры возвратного значения от трехбуквенного глагола, то есть от «фааля» или файла. Также глагол этой породы может указывать на это значение от глаголов с добавлением одной буквы. Например, аддальтур румха. Я выпрямил копье. Фаатадаля. И оно выпрямилось тугу, я приблизил его, Фахтарба и он приблизился, стал ближе. Здесь, как мы видим, возвратность от глаголов породы фааля. Также может быть от породы афаля, например, ансофтуху, я поступил с ним справедливо. Фантасофа, и он стал, образно говоря, тем, с кем поступили справедливо, получившим справедливость, потребовавшим справедливость. Также порода «ифта'ля» указывает, может указывать на значение от взаимодействия. То есть породы ифталя приходит в значение породы тафаля, о которой мы подробно поговорили. Например, ихтасума зейдун ва амрун. и Амур спорили между собой. То есть тахасума иджитавара. Иджитавара, то есть таджавара. Они были соседями. Ихтаталя, то есть тахаталя. Они воевали друг с другом. Иштавара, то есть ташавара. Они советовались, совещались между собой. Исталаха. В основе было исталаха. В основе. Значение значении «тасалях» – тасалих, «мириться друг с другом», «заключать соглашение». В этом случае глагол становится обычно непереходным, как мы уже об этом говорили. Также части глагола, которые указывают на значение «избрал что-то», «отдал предпочтение чему-то», тоже приходят по этой породе. Например, глаголы-синонимы «интака» в основе «интакая», истофа в основе «истафая», аль-альбанин, «алальбанин», «интахаба», «ихтар» в основе «ихтара». ИДЖИТАБА в основе читабая ИНТАДЖИБА – все эти глаголы в значении избрал выбрал и все они как мы видим по породе и также иногда глаголы этой породы указывают на значение взял для себя что-то заимел заимел то на что указывает корень глагола то есть коренные или корневые буквы данного глагола от которых путем добавления буквы хамза это глагол этой породы и образован или можно сказать что это, отменные глаголы со значением взять для себя что-либо в качестве того, что обозначено именем, от которого и произведен данный глагол. Например, «атхатам» – перстень образует «ихтатама», то есть «иттахадахатаман» – взял себе перстень, заимел перстень. От слово э, «слуга», «ихтадама» – взял себе слугу, «ихтабаза» – Хобза, то взял себе хлеб, заимел хлеб. От забаха или забихатун из забаха. В основе был из забаха. То есть, это забихатун взял себе, заимел животное на убой. От шава – жарить или шаван – жареное. Из взял себе что-либо, как жаркое, жареное мясо. От табаха – варить, готовить. И табаха – в основе это табаха. И табихан – взял себе, займел вареную пищу, еду и так далее. Также иногда глаголы этой породы приходят в значении трехбуквенного глагола, но с оттенком усиления смысла, например, «иктахала» и «кахала» – «подкрашивать глаза с ульмой», «иштара» и «шара» – «покупают», «иртаха» и «рокья» – «подниматься». Сюда же можно отнести с одной стороны и глагол «иктасаба» в значении «касаба» – «приобрел», «добыл», «заполучил», «иджтазаба» и «джазаба» – «тянуть к себе», «притягивать». Назаа ин и интаза утаскивает что-то, вынимать, отнимает. Также к значениям этой породы относится усиление смысла, указания на поиск действия. Например, упомянутый нами глагол Иктесова прилагал усилия в приобретении чего-то, «усердствовал в этом. Иджитагада старался, «старался», делал усердно, прилагал много усилий. И писал что-то с усилительным оттенком, записался писал что-то и так далее. Иногда глаголы этой породы заменяют собой в употреблении трехбуквенных глаголы таким образом, что их трехбуквенная основа корень не используется, не употребляется в данном значении. Например, «Иртаджалил хутбата» – произнес хутбу проповедь без подготовки, то есть сиюминутно созданную, придуманную. И -со завернулся в одежде и так далее.